Минут. А притон еще не появился? Нет, вроде. Ухнутый. Все, пачку эту разъебаем. Короче, здесь, на этом боссе, всем необходимо иметь рейд фреймы. Вам нужно видеть все 25 людей в рейде. Вам нужно видеть, на ком есть укусы, на ком нет. Если у вас этой хуйни нету, то надо к следующему РТ эту хуйню исправить. Попробуем то, что я писал про Лану. Что ты писал, я не помню. Стоять в одной точке, что ли? Нет, там пизда, хилы просто умирают. Хилить в одной точке. Потому что этот луч, блядь, как, ну, как по всем проходит, это, блядь, жесть. Так. Так, ну давайте, короче, значит, ну так пока сделаем. Короче, Вюпсень, будешь стоять в треугольнике, запоминайте свои метки. Синтек, будешь стоять, короче, самый ответственный, будешь в центре стоять, а Киса в кружке, а в звездочке бисер. Вот, имейте в виду, вам нужно, если что, будет вынести это, как называется, тени. Ну, тени лучше назад, конечно, нести с ромбика, если. А холипал под боссом. А эти метки для того, чтобы когда на взлетке мы побежали на рейндж вставать. Ну, сначала, чтобы с вас маздиспел дали, можете бежать к ромбику. Если вы боитесь лужу там забивать, ну лучше бегите к ромбику, чтобы вас издиспелили, и от центра вы до лужи дольше будете бежать, там фир успеет спасть, пока вы будете бежать в фире. Вот. Присты, все три приста знаете, да? На себя кидайте антифир, и когда вы не зафиряетесь, а все зафиряются, вы диспелите людей. В приоритете лужу тот, кто выносит, с него диспелить, там и хоток на него накидать. Том, по прожимкам. На первой взлетке прожимка будет давать... Будет давать... Холипал. Леандри, только на сам вихрь. И гимн на хп будет давать Вюпсень. Тоже, когда вихрь, там начнешь гимн на хп кастовать. Бисер, когда этот вихрь начнется, ну, на него там придержи щиток. И когда начнется вихрь, дашь на него щиток, чтобы его это уроном не сбило его гимн на хп. Ну, в принципе, этого хватит. И, короче, давайте еще добавим водикон и аптекарь. Дадите эту хуйню, ну, дубовую, соответственно, на каждую взлетку посей. И водикон с аптекарем дадите это спокойствие. А на второй взлетке я с ямикой дам. Ну, если тек на свою пати хилов тоже можешь дать на второй взлетке. На первой взлетке, да, спокойствие. Да, водикон и аптекарь на первой. А все остальные и кот тоже можешь на второй взлетке добавить. Ну, чтобы меньше шансов было, что упали. Кто сокру на первой взлетке даст? На первой взлетке на вихрь дает сокру протопал. Хорошо. Вот. Скажи, тут эту войду вдоль стенки уносят, ну, которая да, разливается, да, говно. Да, да. Да, вдоль стенки. Как все, можно... и с дебафом всех друг к другу забегаются. Да, то есть, с тремя лучиками. Да, с тремя лучиками. Аладдины можете бабл прожимать. Это. Значит, на второй взлетке у нас максимальная прожимка будет этот. ДКшник дашь Т4 и под вихрь инсика дашь. И еще и бабл ебани, чтобы ты спокойно стоял, хилил. Именно на вторую бабл придержи взлетку. Вот. По укусам. Ну, как я сказал, кого укусит, я там скажу. Первого, второго кого укусить. Ну, желательно, чтобы это РДД были. Вот. И заебись, если первый не ШП будет, то ШП, наверное, укусите.
Вот, и по укусам имейте в виду, вот вам 10 секунд дается передать укус, да, у вас появляется эта хуйня на единичке, вы подбегаете, кусаете. Вы должны убедиться, что на человеке нет дебафа, блядь, чтобы вы не тыкали, стреляли на него, а он не кусался, блядь, и будет вайп, нахуй, и будет обидно, блядь, и буду ругаться. Вот, то есть имейте в виду, вам нужно передать укус. Но вы не должны кусать хилов в пятую пати. Это, ну, короче, блядь, я надеюсь, это все понятно. Ребят, даже если у вас не отобразился скилл на первой ячейке на панели, он в любом случае там же мягко идти единицу. По танкам, я надеюсь, вы знаете. ДКшник тут? Да, тут. Нажимай там готовность, да. Ага. Этот протопал, смотри, на пулы роги на ДКшника даете два первых. Этот протопал, ты таунт не жмешь, ты просто бежишь с ДКшником и автоатакой бьешь. Этого достаточно, чтобы зеркало было на тебе. Таунт не жми. Потому что если вы что-то я там. Все, прекрасно понимаю. Все, заебись. Ну, обновите МП5 на пристах, пожалуйста. В дальнейшем я уже буду уверен, что вы это знаете, так что. Давайте, на счет 3 будем пулять, давайте приготовились. Раз, два, три. Поехали. Это было неразумное. Пул ДПС, на пул, вся хуйня. Ебашим. Хорошенько рейд захиливаем, на фул стараемся держать. Вот тут вот круг исцеления, давай всю эту хуйню ебашь. Сбегайтесь, лучи быстрее хилы прохиливают, быстрее реагируйте. Стопайте сразу дамаг весь, всю хуйню сбегайтесь. Если вы не хил, конечно. Хилу там разрешается, с 1к докастовать. Так, топа. Топа побежал, либо кош. Кош есть. Вы как-то это, поцентрализуйте к ступенькам, подтяни ДКшник эту лану, централизуйте ее, да, чтобы людям было ближе к стене бежать сразу с тенями. Сбежались, луч в центр треугольника, вот отлично. Как можно быстрее сбегайтесь, там если какие-то способности, рывки есть, телепортация, используйте. Смотрим сейчас свои дебафы внимательно, у кого тени будут. История кош. Нажал, да? Если кош нажал, сразу не выбегай уже дамаж. Да он просто в ГКД был. Так, ну Ванцент приста кусаешь, Зиротель, я надеюсь, ты знаешь, да? Я не вижу где. Ну тебе я надо... Я вот Вадикона куснул. Рядом. Тебе надо на будущее. Кусай, ну... Ты должен видеть всех 25 людей, ты должен... Ладно, хуй с ним. Лучше бы приста, конечно. Он и больше даст. И еще подхиливает пати. Да, я думал, просто я его не вижу где он. Ну, пока вот минуту на тебе был укус, тебе надо было найти его. Ты, где стоит он сейчас? Ты не запарился. Ну, там, когда нажимаешь на него, там появляется под ним кружок такой. Ну, или можешь сказать в голос. Укушу совой. Вон с него ракета летит, даже по ракете можно ШПшника узнать. Совой укусишь приста, а ты, короче, укуси. Сейчас скажу, кого. Нашел я Зираэля, все рядом с ним. Короче, знаешь, топу укуси. Фир 5 секунд. Топа-то под... Я... Ты укусишь, да, приста? Мне топу кусать. Да, укушу приста. 6 секунд укуса. Давайте, приготовились. Пизда, еще эфирнуло, блядь, охуенно во время, блядь, этой... Все, тихо-тихо, гимн нажмешь в духе. Убило меня. Жму. Ухилить на басе. Синтек инсику. У меня укус пропал. Так, Вадикон, реснишь Вюпсеня. Продолжаем бить. Захиливаем хилы. Вюпсеня резай. Захиливаем всех, кто есть. Че, милишники не сбегают? Бегаются, все сбегаются. Так, Вюпсеня резай. Вюпсень встанет сейчас сразу этот самый. Защиту его. Ставь тотем. Зиротель гимноману. Каску, лапу пристабав по вставшим трем людям. Рарник, тебя кусали? Милик есть, топом миликов кусает. Вот я про это и говорю, вы должны сами видеть, кто укушен, а кто нет. Это полная хуйня, то, что вы нихуя не видите. Короче, давайте играем. Укусы обязательно передайте. 6 укусов, да, будет? Хуёво. Ладно, попробуем. Минус 10 лямов, может, успеем. Должны успеть там под берсу Геру дадим. Только главное сейчас на взлетке никого не проебать. На взлетке, значит,
Вот сейчас смотри, на эти тени норовисто. Нужно сдиспелить фир. Вот он бежит. Присты сдиспелят фир. ДКшник, готовься 4-4. Инсика, готовься эту хуйню. Давай. 4-4. Всех захил. Ну вот, виходка умирает, блять. Два приста гимны на хп отдаем. Нет, уже отдавал. Пизда, просто... Ну, наверное, вы не в ЖЖ стоите. Полная параша. Короче, заходим в лужу, падаем. Заходите в лужу возле стены, падайте. Диван дай кому-то. Полная залупа. Чё не продолжили? Всё, три человека умерло. Не, хуйня. У нас укус еще умер. Но я отдать-то успел. Помирайте. Вставайте спиной к боссу. Укус умер. Кто с укусом умер? Я умер с укусом Вадикон за вас. Нет, до тебя я вроде укус отдал, Бурскин прожрал и спокойствие дал, но меня не захилили. Короче, полная поебень. Этот Вюпсень, как ты сдох? Ты мне расскажи на первой взлетке. Короче, смотри, я бежал, на мне была лужа, я начал разливать, мне дало фир. Так, всё. Теперь стоп, теперь ничего не говори. Я вам трем пристам говорил про антифир. Я сдавал на себя. Ну, когда ты сдавал? Я только встал, лужу начал разносить, у меня висел этот антифир. Да, ну не могло тебя зафирять, сука, под антифиром, блядь. Лесайте или нет? Блядь. Ой, пиздец, нахуй. Ну, блядь, я хуею просто. Притон зашел. Да? Спула же антифир дается. Антифир спула дается, нет. Да. Зачем спула прям? До второго. Антифир дается спула. Не спорить, ничего не говорить, блядь. Просто спрашиваю, я спрашиваю. Всё, вот я и объясняю. Ты все три приста, антифир спула дается. Вот еще отчет только. Я говорю 1, 2, 3. Вы уже хуйнули на себя антифир. Первая взлетка. Босс дает фир. Три приста не под фиром. Ни в каком случае они не могут быть под фиром, потому что антифир на них висит. Все, когда эта взлетка проходит, босс садится, у вас уже откдешился антифир. Вы хуярите на себя его еще раз. Какой приз там может? Бисер, давай ты озвучишь. Антифир откатился, присты, дайте себе антифир, блядь. Если уж, если они вдруг забудут. Чтоб такого не было. Как, блядь, холи приз, ты хилить должен рейд. Из-за того, что ты не хилил рейд, не помогал, блядь. Люди попадали на взлетке. Ой, ты напомню, кто первый отдает гимн? На первой взлетке отдает гимн Вюпсень. На второй отдает Бисер и этот Зиротель. Сейчас... Ну, кстати, на взлетке-то я отдал все гимн. Сейчас у всех КД. Плюс дистанцию держите между собой. Вон, ремонтный робот пропадает. Кто может сам себя хилить, хильте. Вот, паладин вы сами себя можете хилить. Друиды, поставьте локовские яйца эти. Притон, ебани шкаф сейчас по суммоним людей, кто бежит. Чинитесь вон у Дживса. Так, тык на сумон. И приоритетом поднять на фулл хп это у кого укус. Вот это параша, то что там, я там не знаю где он стоит, блять, за минуту вы должны эту хуйню выяснить. Вот этого флуда там не должно быть вообще во время пула. Этот того там укусить, этот того раскусывает. Вот этой параши не должно быть. Вы должны автономно это все делать. И если вы хотите, чтобы с вами нянчились, то, ну, я не знаю, блядь, в экзальтедах, скажем, ну, никто так не будет с вами нянчиться. Если вы хотите топовый контент, прогресс и всю хуйню. Фулбаф даем все 25 тут. Жрем рыбу. Где она, кстати? Есть, нет? Окончилось, я ставил. Вам нужно всего лишь, у босса берса 6 минут, вам нужно всего лишь 6 минут сосредоточенно поиграть, блять, это вообще не сложно. Из-за того, что мы это не можем сделать, мы здесь сидим, просто так, блять. Просто так, вот сейчас бафнулись и сидим. Вот, поэтому чек на пул. Вихторка, готов? Нет. Я Мика. Аптека. Нету каски. Каски, кто там раздает каски со спалдины? Давайте быстрее. 25 человек банки. Тут уже раздаем. Банки, маски проверьте. Давайте, знаете как, вы под чем там вообще, под какими банками? Вы дохнете, давайте, знаете, что сделаем? Перепивайте сопроты все. Вот, Акиса, я не вижу банки на тебе ни одной. Сопрот выпивай. Значит, Инсика, блин, тоже, блин. Сопрот, блядь. Все сопрот пьем. Синтек. Сопрот, блядь, выпиваем. Открываем свои банки, сумки свои и пьем сопрот.
Приму сопрот. Зубля, да. Оставайся, хуй с ним. Ты, ну, я думаю, ты не сдохнешь. Ся там флешками похилишь на взлетке. Думаю, блядь, не сдохнешь. Хилы сопрот. Я сейчас на сове сопрот выпью, он меньше хилить будет. Остальные сопрот. Кто не пьет сопрот, это значит, блядь, я смотрю на вас и запоминаю. Емика, сопрот есть? Да, я дал Вупсину и выпился. Выпиваем сопрот, и я смотрю, вот, аптекарь молодец, Санрайз. Даю Санрайз сейчас. Надеюсь, не сдохнет, ну, под алкашной флаской, красавчик, блядь. Так, надо тебе лока делать, чтобы быкашная там фласка была. Зиротель. Тучку прожмешь, не сдохнешь, я думаю. Маги, сопрот пьем, я думаю, вы глыбу, это, если что, на тени оставите. Локи. Притон красавчик, Виктор красавчик, так. Ансент. Есть сопрот у тебя? Водикон. Есть. Пей сопрот. Меньше хилам хилить. Мы вайпаемся тут, нахуй. Тяжелее прохилить вас без сопрота. Сопротом 10% меньше хилить. Все, проверку даю, миликов не смотрю. Пусть знает, что они там пили. То, блядь, время идет. Синтек, Ямика, принимайте готовность. На счет 3 будем пулять. Раз, два, три. Поехали. Фулл ДПС. Джу между собой 8 метров соблюдаем. Святос, укусишь приста озера Эль? Так, Зиротель, потом укусишь Притона, а Святость ты укусишь Водикона. Антифир кинули, да, все? Да, Предпресты, да. Угу. Так, уже ищи. Святос, Зиротель, приста. Ой-ой-ой, опасная лужа. Давай, вмешательство в приста делай. Кусай. Так, сбежались. Так, Святос укусишь. Кого я говорил? Зиротель Притона, а Святос Водикона укусишь. И потом только уже по миликам пойдешь. РДД, РДДшников старайтесь кусать. Дальше уже сами раскусаете. Значит, на следующих тенях будет... как он называется? Вот тут лужа в центре за шкафом. Смотрите подальше от нее. Держитесь где-то в районе ромбика и звезды. Где-то там. Чтобы до нее не добежать. И потом уже встанете на лужу. Так, вот эти тени, Викторка, нужно его дать ему антифир присты. Не-не-не. Давайте. Захиливаем. Блять, ну сука. Поехал, протопал сокру. Какого возможность есть, подхиливаем, не лишний будет. Так, у кого там, блядь, БР откатился? Синтек, у тебя Реса и Лока. Сбежались быстрее. Лока фулбаф, каску лапу пристабаф. Лапу дал. Захил быстрее на фул рейд хп, держите сюда. Чё, по мне у вас нормально? Так, Синтек, на тебе. Мирок. Уярим. Правее, сдвиньте чуть-чуть. Смотрите, лужа там, осторожно, милики, не встаньте в нее. Лужу получше выносите. Он налево, нету луж, налево выносите, готовьтесь налево выносить. Давай, сбегайтесь быстрей, ставь тотем. Зиротель, укус. Зиротель после укуса, давай этот Вюпсин гимноману читай быстрей. Они там с укуса передают. Вюпсин читай. Да, я читаю. Ага, все, хорошо. Намажем. Вот эти 8 человек следующим 8 должны передать, и никто не должен сдохнуть. И тогда мы легко убиваем босса, даже с запасом. Все, ебашим. Блин. Так. Войд укусит да. Ямику.
Если что, чтобы не кусали. Я вон вижу, где он стоит, слева от босса. Ван Сен тогда укусит этого Вупси. Так. Вадикон, Рарника буду кусать. А, не, Вупсин, прист. Давайте, этот Т4, этот самый, Ринжу набрали. Спокойствие отдаем, друиды все. Уже отдавал, он первый. Так, ну, я тогда Викторку кушу. Кто это сказал, кому подбежать? Ван Сен сказал. Так, и Мика скинулся. Рарник, Рарник, не забегай, погоди. Давайте, главное передать укусы. Передали укусы. Встали на рейндж, сбежались быстрее. Все, разбежались на рейндж. Блять, быстрее, сейчас вас ебнет вихрем. Все, Геру фулл ДПС. Видите, с запасом. Вон там 7 лямов сейчас за 20 секунд убьет. До 15. Вот и все, что требовалось. Все, заебись, все охуенно. Никакого приста не выносит в лужу, да, Фером? Охуенно же. Так меня сейчас просто и, блядь, и луж-то не был. Ай, понятно, блядь, хули. Будем думать, это повезло, да? Звезды сошлись на небе. Да, да. Вот да. Эта хуйня надо кому-то. МП5 там и отхил, смотри, отхил целых 28 тысяч. Хули присту надо, да? Давай больше будешь да. хилить. Видишь, как я угадал. Ну, инсики, если ну, надо, да, там, да. там посмотрите, кому из вас нужнее, просто триня мусор. Не знаю. Ему любую хуйню, да, главное, чтобы было. Да, я за любую хуйню, типа, можете все скидывать, все, что не надо. Ебая та еще помойка. Покоритель. Да не, нормально потом. Нормально будет потом все. Хулиприс он хороший. Главное по мане не просаживаться. Прохиливать вовремя, не сдыхать, и все заебись будет. Так, синтек. Тебе закидываю пока. Там смотрите уж кому нужнее. Сильно париться не будем с этими токенами. Они и так без ГП будут. Завоеватель. Сика. Протопал. Так, протопалу закину. Там, смотрите. Все, бежим. Вальку захиливать. Так, время у нас. Ну, 30 минут есть. Че, Вальку Сендру? Или Ча попробуем? Посмотрим. Или чисто Вальку. Ну, типа по времени за 30 минут. Я так думаю, Вальку мы захилим. Досиндрить трэш почистим. И это уже останется, наверное, минут 10. Я даже не знаю, успеем трэш дать или нет. Если, короче, без 15 будет. Вот сейчас надо пулять трэш. Вы стоите. Это время ваше. Это Синдра, блядь, убитая. С первого трая не знаю, ебанем или нет. Это надо прям, чтобы небо, звезды сошлись. Короче, это имейте в виду. Все это можно сделать было быстрее. Плюс еще ребут подосрал нам за 10 минут. И вот эти вот микро АФК по минуте, по 2. Завтра 16.30 начну собирать. Мы вот эту... 16.30. Ну, примерно. Мы вот эту хуйню все добиваем с вами. Проходочки у вас появляются. И мы идем в РС-очку сразу. После РС-очки идем в ГМХМ. Быстренько за разъебываем. РС-ка там 20 минут инст. Он очень простой. Вот. Там, в принципе, если что у танков не получится, я могу танкануть. Разъебываем мобов. Как можно быстрее, на мобах тоже играем. Бурсты отдаем, всю хуйню, прям чтоб шуба заворачивала. Прям, блядь, звездопад нахуй. Отворачивайте, гнев небес, блядь. Просто пиздец, вот, прям чтоб, блядь, моб разъебывался. Вот охотница в рейд стреляет, даем. Прям, сука. Чтоб мобы охуели, что это за рейд пришел, они, наверное, в Геру хотят. Вот. Охули. Мне кажется, для Геры, сейчас с нерфом, который будет сегодня, ну, рейд где-то 350 ДПС будет хорош. Ну, прям, ну, шансы есть убить, типа, вот такому рейду 350 ДПС. Ну, если судить по сурку в обычке. Вот. Ну, или хуй с ним, ну, 340, наверное. Вот, так как у нас 300, нам надо еще поработать. Вот повелительница льда, давайте ее ебанем быстрее, через кружок играть, чтобы миликам проще было бить. Миликов там вон круг исцеления, буйный рост. Инсика, что ты там стоишь? Ты же не милик. Все похоже. Я
Я чат, конечно, редко читаю. Там по результатам пятницы, чем мы с вами пронесем, ну, в планах РСК, ГМХМ, там посмотрим, если, короче, мы РСК за 30 справимся, ну, то с одного, с двух пулов, в принципе, я не сомневаюсь в этом. Если вдруг танки не смогут, там, разок танкану, вот, потом, ну, ГМХМ, ну, я думаю, час займет, около того. Может, полтора, в самом худшем случае. И у нас тогда час еще останется. Можно будет в этот час сходить в ТТГ и ебануть два босса. Два босса точно ебануть можно, потому что они не супер запарные. Хотя нет, это я наебал, конечно. Там... Это главное, демона убери на грубе. Там, да, это да. Это пиздец, конечно, блядь. Мы гадали, не могли понять, что за хуйня. Блядь, Валька с щитом, сука. Ну и похуй. Надо синтека резнуть. Что за хуйня, что он лежит? Что-то бой, да? А, похуй. Короче, смотрите, вот я так смотрю на рейд, ну, допустим, если Sunrise будет делать демон, это заебись, это плюс лок, минус лишний пал. О, бейте Вальку, это другой щиток, это который сбивается. А, нет, невосприимчивость, сука, наебал. Тогда мобов пока бейте. Параша, блять. А, все, разбили Вальку, блин. Вот, и хорошо было бы, если бы какой-нибудь, вот скажем, Нострекс или Малефицист сделали бы это, как он называется, РДД какого-то. Ну, и если у вас есть твинк, это еще лучше. С мага заберите копье. Заберите копье, там кого проткнуло, а вот все. Блять, падла тупая. Наверх не поднимайтесь, пока эти мобы живые. А то запустится босс, будет вайп. Сейчас мобов добьем. Диспельте бабл, у нас диспел. Ага. Все, пошли. Ну, холипал это самое. Акиса он не играл, наверное, не знает, как летать. Один летаешь, короче. Самая главная задача. Один? Да. Дайте мердру и погнали. Да зачем тебе, друг? В смысле, летать с тобой? Ты зачем? Ну. Ну, хуй с ним, синтек, если хочешь, иди летай. Этот, самое главное, короче, вот вам метки, звезда, кружок. Ну, и летайте только, ну, ты за звездой, допустим, летай, и все, чтобы это, чтобы в разные стороны не летели. Через лока будете хилить, ханта у нас нету. Какой-то лок поставит, как он называется, блять? Дайте шкаф магасу на нем, а то хуй знает, где маг. Да, вот Виктор поставил этот самый доспех, блядь. Этой параши, чтобы там исцеление увеличилось. Сейчас суманем. Танки, короче, лево-право поделите. Самая основная задача, и смотрите, короче, давай, лево ДК, их история, а право протопал и топа. Напуливайте, у каждого танка рога свой есть, чтобы это напуливать. Еще этот самый, Рарник, давай ты слева, а Зукля ты справа. Два ретрика, помогайте, если вдруг мобов, таунтов не будет хватать у танков, чтобы, ну, они, это протопало, не зергнули, помогайте таунтам и станам, и где вам небес, и прочие параши. Блять, а где маг? Я ж сумонил. Что-то АФК, что ли? Давай гол без него. Да, гол без него. Он на АФК. Он ушел. Ладно, похуй, пошли пуляем. Тут припота не надо. Курьера встретить, ясно. Ондра, блять. У нас есть один, да, такой. Постоянно этот самый. Доставку, блять. Босса пуляем, и, блять, я пойду доставку заберу. Толстый выходит для танка. Его сейчас никто не бьет. Все бьют подавители, вот которые вышли. Ну, если типа вы это знаете, я могу не пиздеть, вам дальше не рассказывать. Так просто напоминаю. После подавителя бьются маги все. Вот маг вышел, разъебываю. Вот вышел, так, скелет, вот смотрите, исторгающий пламя. Вот он разъебывается, и только после него уже большой бьется. Угу. Все, теперь большого.
Когда он сдохнет, то под него, под его тушу фула уедем вот так вот, оп. Заебись, охуенно. Супер команда. Я думаю, мы ЗС ока будем закрывать скоро. Когеру еще позакрываем. Толстый для танка вышел, его сейчас никто не бьет. Мы бьем подавление, вон оно идет слева-справа. Звездопад 1 секунда. И магов, и вот этих волдырных бьем. А тут эти порталы работают-то? Или да, нет? Да, 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 работают. Вон хулипалы же летают. Вот зелененькие, видишь? Можешь слетать, если хочешь. Это вар говорит? Можешь слетать. Да, да, да. Слетай, только летай. Да, я вспоминаю, я 8 лет не был в целом. Мага справа, залейте, пожалуйста. Ну все, залили уже. Здесь интересно, можешь там в следующий зайти. Только летать надо со звездой, чтобы стаки у него не попиздить. Эти стаки, кстати, помимо отхила еще урон повышают. Но там особо подамажить не успеешь, так как ты выходишь и там через 10 секунд опять порталы появляются. Параша. Толстый для танка идет. Мы ждем подавления справа-слева идет. Вон большая пачка. Ой, ебать, откинули. Блять, что-то танка захильте. Что за хуйня? Вот дебаф с него, диспелите присты. Вот эту хуйню болезнь вы можете диспелить, так если что, там подсказочка вам. Она дамажит тоже. Дотка вот эта, хоп, диспелит, заебись. Все, ауе. Не от ЦП, это что? Курьер с ДЦП попал? Это как так? Это хуйня толстая для танка идет, мы подавление бьем. Ждем. Вот ауешим. Блять. Дальнего побьем. Все, сейчас где-то там исторгающий, вон он справа вышел. Огненный скелет, ебанем РДДшники. Справа от босс. Все, толстого разъебываем. Да, то бывает, блять, рейд 300 дпс придет на этого босса и вайп, нахуй. То истерию, блять, кидают дурачки, то еще что-то. Так что? Это наша... Что такое история? Истерия. Да, нет, я... Чё не могу писать. Скорее. Так, ну смотрите. Так, что у нас время? Почти 40 минут, но еще трэш чистить. Не, мы не успеем. Короче, мы спустимся сейчас на лифту. И пройдем комнату, чтобы открылся портал до Синдры. К завтрашнему. Чтобы мы завтра пришли и уже на Синдру сумонились сразу. И у кого есть возможность там... Кто решил пойти в гильдию, если есть возможность, позовите каких-то друзей, каких-то РДД, которые тоже хотят на фул закрывать. Будем делать волониры хилам, шем, миликом, вечный холод, всю хуйню. Короче, фул контент на X2 проходил, если что, давайте. Подтягиваемся. Короче, для рогов ничего интересного. Ну, блядь. Да, для рогов, да я шучу. Для роги будет, знаешь, там этот... Лет через 5 выпустит ну, черный храм. Рогом фетиш. Фетиш, да. Ну какую-нибудь хуйню рогом дадим там, чтобы не это не бузили. Не, ну ВХ все равно делать фетиш, будет падать. Блять, жалко рогов, действительно, никаких легендарок нету, блядь. Не, ну будет, мне кажется, черный храм откроет, там будет легендарк, там же этот. Ну должно на варов хоть что-нибудь хантово сделать. Да. Прикинь, как они будут, блять, кусаться с варами за эти, блядь, за одинотки нахуй. Блять, на те 70. Даже это, Килджиден, с Килджиденом на ханта падает. А чё за хуйня? Ты ещё сейчас в портал пойдёшь? Да, наверное, пойдёшь. Да-да, иди последний раз. Ну пойду, Геру не дали, поэтому пойду. Это, толстый чё тут? Хулипала хочет отпиздить толстый? Сейчас, наверное, уже... Сейчас ты уже захилишь, наверное, за 2 каста, блять. 90 стаков на тебе будет, блять.
Мог уже захилить, но шаман зажал. Сейчас уже и без Гера, я говорю, коста 2 дашь, пиздец. 77 стаков, я как посмотрел, охуел. Все, давай, гнев этот, свет небес, смотри. На, нахуй, нихуя. Блин, это еще крылья на прошлый прожал. Что-то все равно маловато. Сейчас захилиться должно, это подавление сейчас разъебем. И бум! Так, спустимся сейчас вниз и там пройдем вот эти пауков. Так, сапоги на хулипала, ну точнее на распыл. Закидываю рарнику. Штаны на распыл, тоже крит МП5, тоже на рарнику распыл. И тапки на танка. Танка. Танки, пал ДК надо вам? Так, протопал надо. ДКшник надо. Ну там смотрите, там тому или тому, кому нужнее хорошие тапки на мастерство. Закинул ДКшнику. Все, пошли на лифт. Блять, успеем? Нет? Нет, не успеем. Сука. Ладно. Осколок был, нет? Нет, нет, стоим, стоим, стойте, стойте. Сейчас мы спустимся. Давай за 19 минут, может, успеем синдром тройнуть? Не, я не успею. Ну, вы-то успеете, но я не успею. Уже все, уже конец РТ. Ну окей. Было бы хорошо, если в 16:30 у нас пачка сразу была готовая к старту. И вот этого ребута бы не было, мы бы просто на фул бы занесли ЦЛК. Проблем вообще. Не умирали бы на этом, на профее Лане, да? Да, да, пару вайпов считай. Притон, ты где там, на лифте? Ты, кстати, Притон вступаешь, нет? Пока что в Лиге Легенд смотрю. Притон в Притон. Сейчас выйду. Притон. Ты где? А, он АФК, наверное. Пошли. Блядь, сейчас подожди. Чекну. Тут нет. Да он АФК. Этот. Лядри тут протопал. Все, пошли, заходим, раз он АФК. Центр. Ну тут, знаете, да, вот пачка жуков, мы стоим в центре. Выходят эти петухи, как они называются. Короче, мобы, блядь, слева-справа. Мы перейдем в звезду. Вот. Пока что мы стоим здесь, и к нам будут идти жуки. Когда жуки уже, ну, будут в радиусе гнева небес, то даже гнев небес. Вот сейчас вот готовимся. Хоп, гнев небес. Все, чтобы никого не шотнуло. И тут два роги дают на пул. И все, заебись. Сильно там не врывайтесь. ШП, роги, дайте им время. Поставь группу. Ага, сейчас поставлю. Блять, успею, нет? Поставил. Распыл. Так, из шмоток... О, блять, а у меня время на кольце уже прошло на танковском. Блять, ну на танк на месте. Да, ну херня это. Да? Ну ладно. Так, и на можно этих. Снова выводить. Там меткости нету. Ну да, важность характеристики меткости. Этот, как называется, мастерство. Вот. С кольцами проблема всегда. Там в ЗСОКа что-то я помню будет. И может еще в ЗСОКа Гер что-нибудь придумают. О, вышли в треугольник, в звезду все, в звезду отбежали, с центра ушли, остались только на пул, два танка, сводите в центр эту хуйню, на пул и сразу отбегайте. Все, секунд 10 дайте аграем там, все, можете уешить. Когда эти мобы умрут, уже в центр вернемся. Танки там прожмитесь, какую-нибудь незыбку там. Угу.
Миликов шотает эта херня, не? Да, шотает. Ну подойди, сдохнешь. Не, я смотрю, там рога вроде что-то бегает. Ну, да, если... Если с краешки где-то аккуратно, чтобы тебя все вихри не задевали, то можно еще. И то под ложным выпадом. Вот Энсика подбежал, сдох, как бомж. Зачем, только непонятно. Хистория решил в центр зайти, да, к мобам. Видишь? Но этого не надо делать, как бы. Чисто проверка. Ну, проверили. Пацаны не верили, блядь. Думали, заебись там все, да? Все, это, разъебываем этих мобов уже быстрее. И возвращаемся в центр, сейчас будут жуки большие. Пока это самое, вставайте, ресаем. Ресайте, кастуйте на Хисторию, на Энсику кастую. Сейчас, в принципе, мелкие могут не дать рес, а нет, все успел. После вот этих мелких сразу этого ресайте, как он называется. Рогу ресайте. Все, сейчас мы ворота откроем и чилить пойдем. Еще раз проверка, значит, завтра не будет Ямики и протопала, возможно, не будет. Или будет, или возможно не будет. Возможно, не будет. Так, ну будем надеяться, придут люди. Так, если еще биг дэмэдж есть. Два слота поменять, это еще возможно. Все остальные, вот там Притон, кто там, кто еще не вступал, вы пойдете завтра? Дракончиков, а смысла нет, они, по-моему, реснутся. Они резаются, дракончики. Все, гнев небес. Чтоб людей не пошел там. И все. Больших можно драконов убить. Да, вступайте в гильдию, фулл контент будем закрывать. Следующий КД и ПГП. Да, там посмотрим. Если вы вступите, типа, если мы соберем, ну там 20 человек уже будет гильдейских, вы можно уже начать ЕП населять. Нам бы гильдию прокачать. Да прокачаем. Это надо лоу-лейлов добирать мелких. Не надо лучше, пускай она мелкая будет. Мне кажется, сейчас проще покупать эти значки. Или если у кого-то твинки есть. У меня там где-то с твинков есть, я тоже копил. Так да, это капля. Там самая фишка же в квестах. Когда квесты все делают. Поэтому добирают в основном эти мелкие левелы, кто качается. Ну, там посмотрим. Нон-стопом и все. Че, все открылось, портал, да? Надо проверить. Ну все. Все, портал есть. Все, тогда всем до завтра. Жду завтра всех. Все пронесем. Ну давай, завтра. Дра, лич, РС, ГМ, ХМ. Возможно, тут Алгород, если все это быстро сделать. Во сколько завтра? 16.30 начинаю собирать. 16, да. 16.30, да.